Кажется, в семье Павла Прилучного грядет пополнение. Недавно супружеская пара посетила премьеру нового фильма с актером в главной роли. Преданные фанаты заметили, что Зипюр специально нарядилась в платье свободного кроя, чтобы отвлечь внимание от округлившегося животика. Пока артисты не делают никаких официальных заявлений, но поклонники уже осыпают их поздравлениями. Всех умиляет, насколько Павел трогательно и нежно общается с женой и часто кладет руку именно на живот. Своих детей у 26-летней брутян пока нет, а вот с детьми Павла Прилучного Зипюр ладит отлично. Тимофей и Мия сразу смогли найти общий язык с артисткой, дети долго не раздумывали и приняли новую спутницу отца. Теперь осталось узнать, как скоро в их компании будет прибавление. Ждем официальных подтверждений.